Прежде чем приступить к массажу травяными мешочками, их надо подготовить. Для этого мы помещаем травяные мешочки в кастрюлю, заливаем кипятком, закрываем крышкой и настаиваем 15-20 минут. После того, как они настоялись, мы извлекаем мешочки из кастрюли, кладем в кастрюлю друшлаг, мешочки, накрываем крышкой и ставим это все на огонь. Есть более простой вариант, это использование пароварки. Но так как пароварка есть не у всех, то этот метод, он доступен каждому и очень легок в применении. В то время как наши мешочки пропариваются, чтобы максимально раскрылись все травы, которые в них находятся, мы приступаем к подготовке лица к горячему травяному массажу. Перед массажем горячими мешочками необходимо сначала очистить кожу лица, потом нанести на нее масло. Есть несколько вариантов. Это может быть массажный крем специальный, это может быть смесь сметаны с оливковым маслом. Я использую масло имбиря, которое произведено специально из Таиланда. Наносим равномерно на кожу лица. И делаем легкий массаж. В качестве массажа можно использовать или традиционный массаж, или массажные движения из японского лимфодренажного массажа Асахи. Очень хорошо они работают в комплексе. И пока наши мешочки парятся, мы массируем наше лицо. Более подробно узнать, как делать правильно массаж Асахи, вы можете на моем блоге Best From Thai в рубрике «Массаж для лица». Следующий этап – это непосредственно сам массаж горячими мешочками. Так как мешочки в самом деле горячие, обматываем их тканевой салфеткой или просто кусочком ткани, чтобы рукам не было горячо. И приступаем к массажу горячими мешочками. Очень важно ощущать тепло, знать, насколько они горячие. Проверяем на внутренней стороне руки. Может ли клиент выдерживать это тепло, или лучше немножко, скажем так, да, чтобы они немножко охладились. Пока они очень горячие, мы лицо не задерживаем. Делаем точные движения, прогреваем все активные точки лица. Потом можно делать разглаживающее движение по массажным линиям. Но пока долго на коже не задерживаемся, так как мешочки очень горячие, и мы просто можем обжечь кожу клиента. Этот массаж, он не только является косметическим, он также очень полезен для здоровья, потому что на лице у нас сконцентрировано очень много биологически активных точек, которые, при прогревании которых это воздействует на весь организм. Например, вот здесь вот находятся точки, которые отвечают за общее состояние организма, за наш иммунитет и за наше самочувствие. Массаж горячими травяными мешочками – это очень хорошая ароматерапия, потому что они очень приятно пахнут, и целебные ароматы трав, которые в них содержатся, благоприятно воздействуют на психику и на нервную систему. Также открываются поры, чистится кожа. Можно использовать те же движения, которые используются при массаже Асахи. Например, вот когда уже вы чувствуете, что мешочки не очень горячие, вы уже можете терпеть, вы можете уже проделывать движение из Асахи, задерживая по 5 секунд и отводя, и проводя лимфоток дальше. То же самое с этой стороны. Вот, мешочки можно использовать 5 раз. После каждого применения аккуратно складываем их в полиэтиленовый пакет и прячем в морозильную камеру. Перед использованием мы опять замачиваем в горячей воде, ставим на пар и так продолжаем 5 процедур. Массаж горячими мешочками можно делать 15-20 минут. Можно растянуть на полчаса и на час, это уже по ощущениям. Но эффект достигается уже при 20 минутах данного массажа. Массаж можно делать через день.